Ча. Полевым приемом победу одержал Страдивариус. Тебе вся жизнь моя, Самбо, тебе так преданный. Победу одержал Величко. И в этом прекрасном зале под эгидой кафедры физподготовки нашего ГУМВД проходят столь представительные соревнования. Замечательно, что наряду с юными курсантами и молодыми студентами, и представителями силовых структур, сегодня на этих соревнованиях участвуют признанные мэтры самбо, ветераны, призеры страны, чемпионы. И мне кажется, что несмотря на то, что вас не так много, но соревнования чрезвычайно интересные и зрелищные. Всем желаю здоровья, благополучия, успехов на ковре. Не только здесь, внутри города, на Украине и на мировой стране. Благополучия, радости, семьи, здоровья. Всего доброго. Здесь собраны прекрасные спортсмены. Вас немного, но вы лучше. Прекрасные поединки, прекрасная работа судейских бригад. Очень приятно то, что среди вас есть новые лица. Вы показали достаточно высокий уровень. Относительно без страха, единственный неприятный момент был. Но всем удачи, всего самого хорошего, развивайтесь, двигайтесь вперед. Наш турнир объявляем открытым. Сегодня мы отмечаем день рождения самбо вторым открытым турниром среди сотрудников силовых ведомств и охранных фирм. Турнир собрал около 50 участников, представлены команды, конечно же, Одесского государственного университета внутренних дел, во-первых, кафедра специальной физической подготовки и Федерация, Одесская областная федерация самбо являются инициаторами проведения данного турнира. Хочу сказать огромное спасибо организациям и представителям фирм, которые помогли нам в проведении турнира, потому что на данном турнире предусмотрены призовой фонд, денежные призы не только за призовые места, но и за 4-е и 5-е место. Победитель, призеры и 4-е и 5-е место.